нам не надо переживать из-за позиции Обамы, нам нужно переживать о позиции влияния нашей страны. А от того, что Обама, не являющийся, как большинство президентов, независимым политиком, а являющийся марионеткой олигархических структур, по их давлению принял такое решение, нехотя в Москву, это их проблемы. Мы должны идти своим путем. И наш четкий, жесткий путь в интересах государственных России, который последние, как нам кажется, месяцы и годы президент стал проводить, мы только поддерживаем.